Так, теперь нам надо сделать лук. Для этого мы возьмем Ctrl-Shift-A, возьмем вот эту и попробуем из нее выгнать лук. Так, это будет вот так. G. Начнем всячески тянуть из него всякие луки. Допустим, вот так. А этот вот так. Так, здесь. Ну, сделаем пока так. Просто потом посмотрим, можно ли еще что-нибудь изготовить из этого. Покруче немножко так. Так, да. Так, сделали. Теперь возьмем кусочек. Теперь возьмем mesh. Mesh возьмем кубик. Кубик мы уменьшим, естественно, так. И сделаем так. Сюда S по Y. Сожмем. Вот так должно получиться. Так. Теперь растянем ее. S по X. Вот так. Где-то вот так. А дальше уже где-то вот Ctrl-R. Вот здесь. Ctrl-R. И размножим его, чтобы он был гнучий. Вот так. Допустим, да? Все. Хорошо. А далее мы выделяем его. Тут уже все просто. Мы идем в кубу. И говорим, что у нас вот по этой курве он должен идти. И ведем его, ну, допустим, G по X, да? Ну, ведем. Получаем именно то, что нам нужно было. Но у меня еще есть одна задумка. Ну, как бы, почему я это сделал? Вот так. Вот это мне надо выделить. Да. Где она у меня? Циркуру, да? Вот. Точки. Подождите. Ну-ка. Прозрачно. Вот, прозрачно надо сделать. И теперь сказать Edit Mode. Да, мама моя родная. А что ж такое? Мне нужен вот этот бутылку. Так.
Так, причем, чтобы у нее были выделена, она должна быть. Вот, она должна быть выделена, потом edit mode. Вот. И вот здесь, и вот здесь. Мы можем уменьшать радиус. Но не так. Во-первых, сначала побольше сделать радиус. Делайте вот. Да? А потом каждую, по идее, вот для этого это все дело. Так. Мне сдается, секундочку, ему нужно третье еще. Хорошо, мы тебе дадим третью. Это будет subdivision. Почему он встает в середину, тут мне интересно. Так, ладно, G. Сверху посмотрим. G подвинем его. G. Ну, почему, дорогой? Почему ты не посередине, заразка такая? Так, и вот у него радиус надо сделать побольше. Вот так. А эти надо сделать поменьше. Вот. Вот это я хотел. Без лишних, чтобы наворотов. Так, и сейчас я еще попробую кое-что с subdivision. Потому что мне хочется вот это же. Вот так загнуть хочется сверху. Так, сейчас получится все. А без этого не получится. Сейчас сверху глянем. Вот это и начнем загибать ее немножечко. Отлично получается, что просто навык нужен, которого у меня, к сожалению, нет. Так. И теперь этот расширить. Так, и этот расширить. И у нас получается чудный совершенно лук, какой нам и нужен был. Так. И здесь чуть-чуть пригнуть его к земле. Вот так. Так. Вот так. А почему он так сделался? Назад. Знаете что? Мы можем это сейчас превратить. Мне сейчас пришла одна идея. Сегментар. Мы можем этот превратить вот так в конвертировать его в мышь. Как же он делается? Подождите. Почему он не конвертируется? Все нормально, конвертировался, да? Циркуль.
Все. Теперь она не нужна. Это у нас где? Вот он, куб 11. И вот эта сторона мне очень нравится. Да? Поэтому мы с вами делаем сейчас так. Пойдем. Вот вы уже догадались, что я хочу, да? Я хочу просто отрезать половину. Допустим, отсюда начинаем. Я хочу эту штуку отрезать. Ну, и вот эту заодно могу отрезать. Вот так. А эту мы можем чуть отодвинуть. G. По X. Вот сюда и вот так вот, так. И сказать, что у нас все трансформации нет никаких трансформаций, поэтому объект сделаем светорежим 3D курсор и просто-напросто mirror сделаем mirror. Так, смотрим клиппинг и клиппинг сделаем побольше, вот так. Все. И мы получили с вами очень интересную форму, кстати. Видите, вот здесь широко, там это еще и загнутое. Ну что ж, мы молодцы. Говорим apply. Зажигаем все огни. Кроме empty. Так. Убираем это. Вот. И теперь мы спокойно возьмем этот лук. Зато так. Развернем его. R по Z. На 90. Минус 90. Так вот. Гляньте, какая красивая штука получилась. Прям можно гордиться. Так, ну, нам надо поставить ее на место, эту штуку, то есть, где-то за эту, так, и уже по X. Так, отлично. И надо ее прибить, иначе она смотрится странно. То есть, ну, вы знаете, как это делать. Мы берем наш коню G по Z, поворачиваем. И просто прибиваем. Может быть, даже развернем немножко по X, чтобы они были одинаковые немножко так. Да? А дальше смотрим G. Вот сюда мы его приставили собачьим. Давайте. Вот так. Да, отлично. Наружу не вылез, нет. И еще раз Shift-D и тянем по Y-ку. И присобачим вот сюда. А куда они делись? Эти ребята. Один. Это и вот это. Мы должны их вытянуть по X. Вот так они у нас прибиты. Все. Отлично прибито. А что нам осталось? Так, вот этот нам уже не нужен. Такой. Так, нам осталось протянуть здесь.
нити сюда, поставить копье, здесь типа пружинку сделать, как будто наматывается. И все. Сколько времени? 15 минут. Хорошо. Так, здесь мы сделаем прос уже, конечно. Поступим так сейчас. И будем мудрить со спиралями, там со всеми делами. Возьмем цикл. Перевернем его. То есть RX 90. Все. Уменьшаем. Поднимаем. В водяное место. Он же по Y. Вот сюда. Так. Смотрим сбоку. Видим, что он не на месте стоит. Так. Поэтому мы его двигаем дальше. Вот так, допустим, да. И уменьшаем еще. Прекрасно. Дальше переходим в EditMod. Так, секунду, ребята. Берем за эти два. И S по X. То есть вот так. Еще маленько. Готово. Ну а дальше все интересно. Мы выделяем эту штуку. Да? Вот. Идем в курву, говорим деп. Вот так. Так. И говорим, несколько штук нам их надо. Reset Transform. Потом идем в Array. Говорим, что у нас Array по Y пойдет. 1, здесь 0. Вот, видите, как хорошо. И понеслась. 4 достаточно. 4 будет достаточно. Так. Угу. Ну, естественно, скажем, мы довольны со страшной силой. Так, перейдем в обед. Вот. А что она ругается? Чего ты ругаешься? Недовольны курвы вот это. Не хочет. Почему ты не хочешь? Потому что ты не хочешь, чтобы это был конверт. Ладно, мы в меш превратили. Все. Так. Теперь вот это говорим, что у нас объект будет смотреть в сторону 3D курсора. И теперь скажем mirror по Y. По X не надо. Вот у нас две связки. Прекрасно. Здесь то же самое надо сделать. А теперь, ну теперь уже легче. Смотрим сверху. Берем отсюда этот. Так. И вот так. Ну, ставим на место. Так, на место поставить немножко будет сложновато в том плане, что да, G по Z, тут он нормально станет, а здесь он должен
эти вот части. Где там они? Вот. Вот это и вот это мы должны поднять наверх по зату. Вот так. Да. Ну а дальше тоже то же самое. Идем в деп. Делаем точно такую же веревочку. Вот и все. Это сделали. Так, теперь нам нужно кругленькую сделать. Можно было, конечно, потолще сделать эти. Это много. Так, теперь здесь сделаем то же самое. То есть мы берем колбочку, цикл. Так, переворачиваем его по оси. Сейчас я подумаю, подождите, есть такая идея. Нет. Лучше не надо. Значит, R по X на 90. Есть. Делаем маленькую. Есть. Тащим. Тащим по Z сначала. А потом по X. Ну, смотрим сбоку. G. Вот сюда. И уменьшаем. И еще уменьшаем. Это вот так должно быть. Не сверху видно все. Ты так и знай. Ты так и знай. Так. Двигаем. Где-то вот сюда. Уменьшаем. Говорим деп. Что это? Маус? И теперь убираем все его трансформации, говорим, что нам нужен теперь R-чик. Говорим, что нам нужно по Y 1, а здесь должен быть 0, вот так. И говорим, что это будет минус, вот. И говорим, сколько штук нам надо. Так, 4 штуки, допустим, да? Ну и тут можно еще пропустить вот сюда, чтобы она тянула эту. Правильно? Ох, ну прям я не знаю. Смотрим сверху. Берем. Сюда проходим. Тут ее закрепляем. А, луна упала. Понятно.
Вьетмут наверх у товарища G. Назад. Так. Сейчас мы задепим. Вот так. И вниз. G. И маленечко мы ее R. Нет. Объект set origin геометрии развернем R. Так вот. Неправильно. Так, что у нас по времени? 26 минут, мама моя. А нам осталось только копье. Ну, давайте его уже сделаем, да и все. Так, это у нас может быть опять цилиндр, который мы отсюда скопируем. Shift D. Развернем его. R по Z на 90. Так вот. Дальше смотрим сверху. Ставим на место. Его место вот тут. Теперь он должен быть длинным. S. S по X. Вот такой, допустим, да? Делаем его в упор. G по X. Вот сюда. Вот тут он уперлево. Так, смотрим. Опускаем вниз. Вот здесь он. Смотрим внимательно. G еще подвинем. X сюда и по Y вот сюда вот так вот. Вот в этот паз мы его поставили, все отлично. Так, и теперь наконечник давайте делать из вот этого. Да, хорошее копье получилось. Так, давайте теперь из этого будем делать. Отлично. А, почему отодвинулся? Вот так. Вообще нам надо сохраниться, давно-давно было. Так. Ну и само копье. Вернее, сам наконечник. Shift A. Берем. Что берем? Понятно, что мы берем. Мы берем вот коню. 4. И говорим окей, поднимаем его на G по Z. Так. И разворачиваем. Это будет R по Y на 90 градусов. Все. Тащим куда нужно. Нужно нам вот сюда.
Так, ну это не все, ребята, это не все. Почему не все? Ну, потому что мы вот здесь не должны так грубить. Мы должны с вами пойти в Edit Mode, выделить вот этот вот. Так, да потом сказать и. И потом потянуть и. Так. И потом ее еще сжать. S. И вот только после этого мы можем считать нашу работу законченной. Да, можем еще с вами сделать так. Сбоку смотреть. Сбоку. Взять. Секундочку, сейчас мы наладим эту штуку. Просто потянем ее вот так. Да, вот. Вот так будет правильно, ребята. По X, да? Вот так. И теперь мы можем даже вот это сжать. S по Z. Вот так. И вот это тоже. И это сжать. S по Y. Теперь выберем все. Так как мы видим, что переборщили. Вот так. Таким образом у нас получилась очень действующая ерундеина. Но у меня осталось последнее. 32 минуты, мама моя рода. У меня последнее осталось желание взять все это, выделить. Все вот буквально, все повыделить. Так, как это сделать, чтобы все действительно выделилось? Эти. Все. А, еще и вот это надо выделить, и вот это, и вот это. Теперь, ну, все. Теперь мы должны сказать объект с этой режимом геометрии и попробовать ее наклонить. R. Да, что-то мы все-таки забыли. Забыли мы вот эту палочку. Теперь мы должны ее наклонить. Пробуем. R. Так, немножко опустить. G по Z. Поздравляю вас, ребята, вы справились, и я тоже вместе с вами с очень интересной катапультой арбалетиков. Так, замечательно. И у нас все будет деревянное, кроме вот этого, да? Мы сейчас это вот уберем. А вот это вот все соберем вместе. А, шнур еще, ребята, извините, еще шнур у нас разный будет. Вот этот, этот. А где здесь этот? Вот этот вот. Секундочку. Ну ладно. То есть это уже дело такое. Я сейчас соберу все, превращу в дерево, а это вот наконечник будет металлический. Хорошо, все. Спасибо за терпение. Давайте, пока.